Всем привет, друзья! Вас приветствую сегодня я, и зовут меня Юлия. Я веду съемку на телефон, который взяла у дочери. Камеру я уже положила в чемодан. В общем, через полтора часа у нас поезд. У меня такой какой-то мандраж, я хочу сказать. Я сегодня с самого утра тут все, ну, готовимся. Вчера был денечек, собирали чемодан. Сегодня готовила кушать с собой. В общем, у меня даже вот мысли путаются, много всего, чего хочется сказать. Я переживаю, потому что все-таки получается, что мы отъезжаем надолго. Вот ездили в Турцию, когда там же, получается, мы были всего 7 дней, и дорога занимает меньше времени, потому что до Москвы, а с Москвы на самолете 40 минут. А тут, получается, мы там будем, получается, 10 ночей, 11, 12 дней, и плюс еще дорога. Ну, в общем, получается, что мы будем больше чем полмесяца. Вот, и, соответственно, что оставляю я тут все на такой довольно долгий срок. Ну, я все проверила, все полила, все свои цветочки. Дочь научила младшую, как поливать цветочки. Старшую дочь научила, как пользоваться машинкой стиральной. Ну, то есть, в принципе-то умеют, но все равно как бы рассказала, что такое цветное, при какой температуре и так далее. Маму попросила лишь прийти полить овощи. Тоже вот все наполнила и кубовик. Ой, господи, хоть бы тут не упасть. И вот ведра наполнила. В общем, ну, все полито, все прибрано. Муж успел скосить траву, так что, в принципе, все хорошо. Главное, чтобы тут потом все было хорошо. Сегодня у нас собака тут тоже учудила. Я вот накануне тоже их... Я всегда делаю так, что пропаиваю от глистов, обрабатываю от блох и так далее. И тут, в общем, получается, на днях от глистов их обеих пропоила. А сегодня решила накануне вот, ну, капельками их прокапать от блох. И получается, прокапала, и, видимо, вот у младшей как-то, я не знаю. Ну, в общем, она начала задыхаться, кашлять. Мы подумали, что она что-то проглотила. И пьет воду, бегает по квартире, верещит, скулит, и чего, бегом на такси к ветеринару, у нас только в Котласе, бегом поехали. В общем, сделали рентген, ничего, все пусто. Она, пока мы туда приехали, она успокоилась. Я говорю, ну вот, может быть, тогда, значит, это вот, ну, на капельке, то есть все равно же там какой-то, видимо, аромат есть, вот, ну, вот этого что-то, вещества этого. И ветеринар сказала, скорее всего, что да. В следующий раз вот будьте аккуратны, осторожны. Ну, я дозировку соблюдала, препарат куплен в ветеринарном магазине, то есть тут я не знаю, ну, видимо, вот так вот как-то организм выдал такую реакцию. В общем, все, конечно, перепугались. Я думаю, ну, надо же, через 2 часа поезд, а я вот тут ветеринарной сижу. Так что вот сейчас... успокоились, все хорошо, покушали. В общем, все сумки собраны, осталось переодеться и в путь дорогу. Так что я переживаю все равно переживаю, как тут, что будет. Главное, чтобы у девчонок все было хорошо. Ну, у нас, я надеюсь, все будет хорошо, дай бог, с погодой, главное, чтобы повезло. Там все будет замечательно. Надеюсь, конечно, посмотреть всякие... Надеюсь... побывать на экскурсиях, посмотреть в Абхазии все красивые места. Может быть, конечно, я думаю, что мы, наверное, съездим до Адлера, там, не знаю, в парк Ривьера, и в Сочи, может быть, наведаемся. В общем, не знаю, все будет, как будет. Ничего не загадываю, ничего не планирую, как получится, так и получится. Но в любом случае, отдых будет отдыхом. И я вообще не расстраиваюсь о том, что какая будет погода, что к чему. Главное самое, что будет отдых. И все. Вот так вот. Ну что же, я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за внимание. Благодарю всех за комментарии. Благодарю всех за добрые пожелания. Ну, а мне в путь, дорогу, пора. В общем, буду, наверное, вам все-таки также с телефона выставлять короткие такие видео. Посмотрю, как вот это вот видео у меня выставится. Ну и все. Давайте, всего доброго, до новых встреч и до новых видео. Пока-пока!